Накануне днем у дома номер 28 по Черноисточинскому шоссе произошло ДТП. Водитель «Газели» допустил наезд на двух несовершеннолетних девочек, переходивших проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Обе они получили травмы различной степени тяжести. После медицинского обследования были отпущены домой. Сотрудниками ГИБДД установлено, что в течение 2019 года автомобилист один раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Уважаемые водители, при подъезде к пешеходным переходам просьба быть внимательными и готовым к появлению пешеходов. При неблагоприятных погодных условиях просьба воздержаться от выезда на дорогу.